Всем привет. Частый вопрос – это как сделать рандомные цвета на текстурах или рандомные эти… Ой, короче, рандомный цвет в материалах или рандомные текстуры. Да? В общем, ничего нет сложного. Сейчас посмотрим. Допустим, есть у нас разные объекты. Да, их несколько, и у них один материал. Там накопирую. Давайте больше. Во, что-то такое, да? Сейчас у всех один и тот же назначен материал, изменяем. А нам нужно сделать, чтобы у них были разные, в общем, цвета. Да? Допустим, берем тогда вот вводные ноты и geometry. Нет, не geometry, объекты. Где-то object info. Да, и тут есть такой вывод random. И на самом деле, ну, как бы ничего сложного, если понимать, что этот random делает. А он нам при каждом вызове объекта, да, просто генерирует значение от 0 до 1. Ну и, соответственно, если мы возьмем, например, вектор, конвертер color ramp, да, у нас есть черный цвет. Если вы посмотрите, черный цвет — это нолик. Вот, белый цвет — это будет единичка. Соответственно, если мы вот этот вот отсюда выход данные поставим на фактор, он нам будет какое-то значение генерировать по вот этой шкале от 0 до 1. Да? То есть он там сгенерировал 0,5, оно попало вот сюда, и соответственно у нас цвет пошел, и он серый стал. Вот. И так вот каждый, сколько у нас объекты, сколько вызовов этого как бы материала, и наша функция там он рандом генерирует случайное значение из этой шкалы, оно берет, выбирается. Соответственно, если нужно несколько цветов, да, то, например, мы и не нужны градации, мы можем выбрать вот здесь констант, да, и, допустим, выберем там синенький, красненький, там кликнем зеленый, еще что-нибудь. Вот, да, то есть вот теперь у нас каждый раз что-то вызывается, случайное значение куда-то попадает и идет по цвету, и, соответственно, у нас рандомные цвета получаются на наших объектах. Вот, хотите больше синего, да, увеличьте эту область, вот, будет больше синего там попадать, ну и так далее по любым цветам. С текстурами, в общем, то же самое, да. По сути, ничего сложного. Так, надо, допустим, сделаем на 4 текстуры. Да, с двумя вообще как бы все просто будет. Блин. Так. Вот. Сейчас я их не сохранял. Давайте единичку сделаю. Сохраним на рабочий стол. Под именем 1. Вот, сделаем двойку и также под именем 2, тройка, 3, ну, 4. Вот, будет у нас 4 как бы разных текстурки. 4. Да, перетащим их сюда. Так, сейчас. Вот это будет 1, 2, 3 и 4. Да, ну тут как бы с цветами понятно, а с текстурами кажется, наверное, что непонятно. Но на самом деле тоже все понятно. Так. Значение я обнулил, и, например, вот нужно мне 2 текстуры, да, тогда я беру на 0,5, вот здесь выставляю ползунок и ставлю ему там белый цвет, то есть у меня должно быть черное и белое, и также констант, да, то есть у меня будет по-любому с равными вероятностями или черный, или белый цвет как бы генерироваться. Вот, и если мы посмотрим на нот кала Mixer GB. Да, то есть у нас есть такая штука, как фактор. Как вы видите, значение тут тоже от 0 до 1. Если его подключить на Base Color и тут тоже поставить, например, черное и белое, то при единичке, да, ну, можно было наоборот. Вот,
чтобы было точнее. Да, при единичке я вот ставлю, у меня получаю второй цвет. Поставлю на нолик, у меня получается этот цвет. Ну, соответственно, если будут какие-то градации цвета, у меня эта штука будет смешиваться в соответствии с режимом наложения, выбранным вот здесь. Да? И если мы теперь вот, да, по цвету кала на фактор, то есть мы будем подавать по-любому или черное, или белое. Да, и у нас будет или тот цвет, да, как бы другого не дано. И соответственно, вот теперь у нас первая, где, и вторая текстурки, да, вот color, один и второй. Да, то есть у нас или одна, давайте какой-то у нас UV-ху, да, там reset сделаем и на эти все объекты ее назначим Ctrl-L и где-то тут копию UV Maps. Да, и теперь у нас, да, то есть или текстура единички, или текстура двойки на наши объектики становится. Тоже вроде бы все просто. Но если у нас, например, 4 текстуры, да, ну тут, в общем-то, тоже вот останется вот такой нод. Эти ноды тоже свяжутся с помощью Mix Node. Да, вот. И у нас будет что получаться? А, и эти еще, ну, короче, сейчас так вот это обрежем пока. То есть нам нужно больше значений генерировалось, чтобы. Да, я возьму еще подразделю, добавлю еще вот так два ползунка. И один опять сделаем черное. И вот. Да, то есть будут тут значения сюда попадать, сюда или сюда, вот на эти штуки. И... соответственно, я беру эти значения в первый, я смешиваю две текстуры. И тут смешиваю случайно, опять же, две текстуры. Вот, они, то есть, сюда, в эту нитку какая-то случайно попала, и в эту нитку случайно. И что тут потом? Опять мы берем Node Mix Node, вот, да, и только возьмем там Color Ramp. Сейчас скопирую его. Все так же рандом сюда получаем, но тут поудаляем чуть-чуть этих. Да, то есть тут у нас опять нужно два значения каких-то, или нолик, или единичка. И подключим его сюда. Ну и отправим все это на выход. Да, и как видите, один, там два, три, четыре, все нормально, можно покопировать. То есть все получается, вот я копирую объект, и у меня рандомно на него назначается текстура. Да, то есть вроде бы все просто. Надеюсь, да, помог с этим разобраться. Всем спасибо.